Ева Смирнова, 5 лет, город Москва. О себе. Я люблю торт Наполеон. И еще люблю рисовать, книжки читать. Еще я люблю, когда я занимаюсь в студии актер. У нас занятие по 3 часа. Я хочу еще. У нас всего 4 или 3 занятия, но вообще не знаю. У меня характер быть бешеной. Бегать повсюду, туда-сюда даже могу бегать. Я умею работать. У меня дисциплина самая смешная, бешенство. Я так люблю беситься в игровых комнатах. Ну, у нас символ в студии актер Чарли Чаплин. Даже его рисунки есть. Еще я очень люблю играть. Ну вот я первый раз в жизни играла мальчика. В Чарли Чаплина я играла мальчика-малыша. Рисовать, лепить ежиков. Ну, конечно, я пролетела, я не умею лепить ежиков. Ну, они с колючками такие. Они в клубок еще заворачиваются. На синем море, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугает ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Yep. Взлети! И горизонты раздадутся. Прекрасный вид доступен с высоты. Взлети! Тревоги, страхи разбегутся. Они отстанут от тебя. Взлети! Не слушай тех, кто не готов к полету. Они бескрылы, их не жгут мечты. Оставь им рабство. Выбери свободу. Преодолей сомнения.